собственно, Кения, да, как я попал в Кению и почему туда и так далее. На самом деле, я давно не бегал, у меня был большой перерыв. У меня было... Да. То есть я переключился полностью на велосипед в последние там, 2 года, и о беге было, значит, абсолютно позабыто, и, в принципе, никакой практики не было длинное время. В результате всех перетурбаций я пришел к выводу, что на следующий сезон я хочу попробовать что-то новое, поучаствовать в мультигонках, соответственно, бег снова нужен. Не, ну почему? Мультигонки – достаточно открытый формат, сочетает в себе бег, велосипед и любые другие возможные дисциплины. А, это adventure races. Да, adventure races. Да. Ну, в зависимости от конкретной гонки. Ну, так или иначе, бег – основное направление, поэтому я решил, что надо вернуться. Вот. Такое возвращение немножко пошло не так, как я планировал. Я в октябре начал снова бегать, сильно потянул ногу, в результате решил, что ладно, пока оставим эту затею. Но проблема была в том, что в Кению я уже записался, и как бы билеты куплены. Не отменять же. Соответственно, вот в январе я в Кении. С нулем практики за последние 2 года и с тренировочной программой для чемпионов. Вот. Кения, значит, граница, ближе к границе с Эфиопией, Нагорье, высота примерно 2400, и непосредственно вот в небольшом городке Итен располагается база кенийской сборной и, в общем-то, всех топовых кенийских атлетов. А в последнее время это вот такая мекка для всех легкоатлетов, и можно увидеть там сборные команды из Европы. Многочисленные, то есть вот пока я там был, были ребята из UK, из Швеции, из Эстонии, Голландии, еще кто-то был. Вот. Собственно, 3 недели бегать, бегать и бегать. Один раз в день минимум. Да. Да. Вот. Соответственно, вот Эльдорет – это аэропорт, и дальше небольшой городок. Я бы даже сказал, деревня. То есть, с одной стороны, все предельно просто. Никаких суперметодик. Все атлеты, независимо от их специализации, от там 1500 до километра, придерживаются примерно одной и той же программы. Да. То есть поначалу это кажется вообще нонсенс. То есть ты привык, что там средневеки готовятся так, на 10 километров готовятся по-другому, марафонцы готовятся вообще отдельно. Притом на таком уровне. Здесь это никого не волнует. В принципе, скажу больше, что тренеров по большей части там нет. То есть, если вы видите на стадионе какого-то человека с секундомером и свистком, то не обольщайтесь, это не тренер. Его просто поставили время отсекать и кричать, какой темп. Вот, собственно, чем он и занимается. То есть, вся основа в том, чтобы бегать друг за другом и тянуться за сильнейшими. Вот это, конечно, выбивает, да, как бы из привычных представлений о том, как должна строиться там тренировочная программа и так далее и тому подобное. Вот. Ну, вернемся непосредственно к нашим тренировкам. То есть, прибыв на место, там, еще ночью, ничего не видно, поняли, что приехали в какую-то деревню, вот, там, разместились, легли спать, на утро уже там первая тренировка, надо бежать. Вот. Мы думали, что, значит, голландец, у которого мы жили, ну, собственно, будет нам все рассказывать и с нами бегать. Ну, немного ошиблись. Он сказал, вас встретит пейсмейкер, выходите на дорогу, побежит с вами. Отлично. Пейсмейкер, а в каком темпе он побежит?
Ну, то есть, в моем понимании, там, пейсмейкер, как на марафоне, да, он должен там поддерживать темп, не знаю, там, 4-5 минут, там, и так далее. Он говорит, не волнуйтесь, я ему сказал, что надо бежать медленно. Вот, значит, нас встречает около дороги, действительно ждет какой-то кенийец, значит, в спортивном костюме, все нормально. Он говорит, ну все, побежали. Я говорю, куда? Ну сейчас, все, следуйте за мной, как бы бежим. Вот. Ну, я не знаю, там многие ли были там на высоте там 2400 и выше, вот, но в принципе акклиматизация необходима. То есть мы прилетели, никакой акклиматизации нету. Там 2400? Да. Соответственно, это достаточно сильно ударяет там по всем системам организма. И, естественно, там в пятом темпе, там по 5 минут на километр, так вот сходу расслабленно не побежишь. То есть, если там в Москве я бегал там по 5 минут на километр расслабленно, то на первой тренировке мы бежали по 6.30. То есть, такое драматическое падение темпа. Кенийц бежал спиной вперед. Да. Кенийц примерно так, значит, бежал. Я могу показать, у него колени были все время согнуты вот так. То есть он никогда не распрямлялся, то есть при толчке, да, по идее, там распрямляется нога, у него нет. То есть он говорит, да, все, мы бежим, и вот он вот так вот с нами. Я говорю, да он просто издевается над нами. Ну ладно. То есть для него, в принципе, нету никакого различия, что бежать с темпом по 7 минут на километр, что бежать с темпом по 4 минуты на километр. То есть это все медленно. Поэтому... Там, кто там не приезжает, независимо от уровня, на начальном этапе тягаться с ними, вот, или пытаться там как-то вместе тренироваться в темповых тренировках абсолютно бесполезно. А голландец вот этот, он там тоже бегун базируется? Да. Для иностранцев кемп? Голландец, да, он не просто так там появился, то есть он давно уже там живет. Он первый раз приехал туда где-то в 2000 году. Жил там 4 года, то есть достаточно долго. Потом уехал обратно в Голландию, забрав с собой кенийскую жену. Пожив 3 года в Голландии, они потом вернулись обратно и, соответственно, уже купили там дом и начали такой, ну, не то что бизнес, он, в принципе, до сих пор действующий спортсмен, это так, для поддержания, что называется. Есть отдельно приезжающие национальные сборные, они приезжают там с тренером, даже не с одним обычно и так далее. А есть просто люди, которые приехали, вот как и мы, сами по себе, то есть списались с нашими контактами в Кении и как бы договорились на определенных условиях туда приехать, получили тренировочную программу под наши цели и тренировались там. Вот. Значит, как все это устроено? Почему, собственно, они, скажем, так быстро бегут? Ну, номер один – это физиология, конечно. В первую очередь строение, строение тела. То есть, если посмотреть, у них очень длинный ахилл и очень короткая икроножная мышца. Таким образом, вы получаете огромную пружину и очень низкие энергозатраты в нижней части конечности. Вот. И это выражается в несколько другом шаге. То есть, когда на стадионе смотришь, как бегут европейцы, даже уровня там, сборной, они, в принципе, бегут на тренировках плюс-минус, примерно как кенийцы, с той же скоростью. Но у них очень силовой вариант бега. У кенийцев он очень расслабленный. Вот, то есть это вот то, что, как показывают исследования, дает 60-70% преимущества, которое у них есть, которое как бы очень сложно чем-то нивелировать, скажем так. Второе – это естественная среда. То есть вот они живут там в здоровом климате, высота 2400, то есть высокое содержание красных кровяных телец.
То есть после школы огромное количество там учеников можно просто взять, да, поставить к нему тренера, и он выйдет на мировой уровень. Да. То есть объяснения такие. Мы были у одной девочки, она выиграла чемпионат мира по юниорам по кросс-кантри на 10 километров. И когда мы ее стали спрашивать, а какие результаты были вот изначально, то есть вот с чего ты начала тренироваться, выяснилось, что результаты были там, ну, чуть выше уровня КМС. То есть вот просто вот она там побегала немного в школе, вот, конечно, их там отбирают, да, смотрят там, кто бежит, там, выиграл школьные соревнования, еще что-то, но она не тренировалась. То есть огромная физическая активность в течение детства, вот, она приводит, именно двигательная активность, она приводит к тому, что, там, скажем, максимальное потребление кислорода у среднего кенийского ребенка, оно там на 50% выше, чем у среднего европейца. То есть вот от этой базы они отталкиваются. То есть это не то, что какая-то там, не знаю, сложная система тренировок, там, какие-то там, не знаю, там химия какая-то или еще что-то. Это вообще все отсутствует. Вот. Второе, это, конечно, дикая конкуренция. То есть в среднем люди живут там, ну, я скажу, очень бедно. Я думаю, что средняя зарплата там с трудом переваливает через $100 месячная. А, соответственно, призовые, которые потенциально они могут получить там на марафоне, скажем, там $3000 там выше и так далее, в зависимости от уровня, это гигантские деньги для местных. И они будут за это рубиться. Ездят на забеги, ну, куда мы ездим, небольшие, там, на Гарду, например. Да. Их приглашают, оплачивают дорогу. Да. И уже это, даже если он там €300 получит, то это 3-месячная зарплата. Да, за именно так. Именно так. Соответственно, в деревне, правда, к этому относится там немножко своеобразно, скажем так, то есть такая кенийские реалии. То есть если человек вернулся там с призовыми, не знаю, там 3-4, там, не дай бог, $10,000, вот, то он должен как можно быстрее начать строить себе дом. В противном случае все эти деньги очень быстро закончатся. За этим последят многочисленные родственники, которые измеряются, там, не знаю, сотнями человек. Вот. То, что понимание такое, что это снизошла, значит, благодать на деревню. Семья. Да, но и она просто должна распределиться вот, там, через этого спортсмена, который там ногами перебирал хорошо, и поэтому вот так вот получилось. Соответственно, к нему выстраивается огромная очередь, сразу же, как только он приезжает. У каждого свои проблемы, там кому-то надо там ребенка в школу отправить, кто-то болеет, кому-то там, не знаю, там окно вставить, еще что-то. Вот. И, в общем, деньги очень быстро заканчиваются. То есть, если дом не успел построить, все, до следующего раза. Ну, собственно, неудивительно, что все более-менее приличные дома обнесены таким огромным забором. Да. И сверху, значит, для верности утыканы стеклом еще. Как следует. Ну, вот. То есть стараются. Значит, ну, возвращаясь к тренировкам, да, которые для всех плюс-минус одинаковые. То есть это, скажем, понедельник, это темповая работа в районе часа. Во вторник они собираются все на стадион. То есть это открытый 400-метровый круг, без покрытия, то есть это просто земляной стадион. А тепло есть, я могу. Да. Это что? Это фартлек просто вот по тем дорогам, где все бегают, собственно. Существует второй стадион, вот где была картинка там, спортакадемия.
Недавно его построили, он платный, этот, соответственно, бесплатный. Вот. Ну, для местных это критично, да, то есть все, что стоит, там, не знаю, больше там, $0.5, естественно, никто не будет платить ни в коем случае, независимо там. Вот, соответственно, здесь, и плюс, самое главное, это командный дух, то есть они всегда бегают группой. Практически там, ну, я не знаю, очень редко, когда можно встретить кого-то, кто бегает один. Очень редко. Вот. Ну, по моим наблюдениям, там, с трехнедельного опыта, я не знаю, может быть, там, в какое-то другое время года там и так далее. Бегают, но тем не менее. То есть, почему группой? Потому что есть люди, которые чего-то добились, и вся система тренировок сводится к тому, что новички, которые приходят, они повторяют программу тех, кто уже достиг какого-то уровня. Вот. И, собственно, ну, вот можно видеть там очередное ускорение, видимо, работают. Вот, на, я думаю, что порядка там работа километр, наверное, по километру бегают ускорение. А, вот, то есть это делается во вторник, по большей части, да. А в среду идет разгрузочная тренировка легкая, в четверг фартлек, самый тяжелый день. Фартлек — это, вот, листани немножко туда. Угу. Да, назад. Ну, это вот, вот здесь вот они бегут. То есть, ну, фартлек, я думаю, там знакомы, да, классически там одну минуту бегут быстро, одну медленно, или две минуты быстро, одну медленно, в таком ключе. То есть игра, отбиться, да? Игра скорости. Да. А самое сложное — удержаться в группе. То есть вот мы ехали за ними на машине в один из дней, просто чтобы посмотреть, как они бегут. Ну, потому что никаких шансов там, естественно, нету, да. То есть они бегут восстановление примерно, как мы ускоряемся. Ну, плюс еще надо понимать, что там очень холмисто, то есть прямых практически нету. Все время там вверх-вниз и грунтовая дорога. Вот они бегут 2 минуты и 1 восстановление, и так 20 отрезков. Ну, это вот там, то, что мы смотрели непосредственно. В конце, конечно, им очень тяжело, видно. И начинают там, постепенно группа начинает разбиваться. В конце добегает там уже какая-то часть, голова группы, скажем. Вот, потому что если ты отвалился один раз, то второй раз тебе нужно на восстановлении как бы бежать быстрее, чем остальные, чтобы добрать эту группу. И ты недовосстанавливаешься. 2, 3, 4 таких раза, и все, без шансов. А фартлек по дороге бегают? Да. Туда-обратно? Не-не, просто круг какой-то выбирают и погнали. Вот. То есть для понимания, это темп. Начинается там, например, 2.50, ну вот эти вот ребята бежали, и заканчивают 2.40 на километр. Вот. Ну, собственно, поэтому, да, там... Иллюзий не возникает, что там надо с ними как-то там пробежаться и так далее. То есть пробежаться только вот в расслабленном виде, либо вот если вам пейсмейкер выделили, вот, то он, в принципе, готов. Он не то, что держит скорость, да, то есть в классическом понимании, скорее наоборот. Он следит, то есть у него есть общая установка, там, не знаю, сегодня мы бежим там ровно, я имею в виду по темпу, не ускоряемся, либо там... Сегодня мы бежим там, с ускорением в конце. Вот. И он бежит, поскольку холмы, мы начинаем разгоняться на холмах вниз. Ну, просто чтобы не тормозить коленями себя. Вот. Немножко разгоняешься, он думает, Мзунгу белый решил, что, значит, пора добавить. Нет никаких проблем. Вот. И это как раз происходит, когда, то есть ты сначала добираешь его, бежишь с ним рядом, он понимает, что темп немножко вырос,
Вы добегаете, значит, до низины, и начинается подъем. Он, собственно, продолжает с этим же темпом бежать в подъем. Стой! Так может продолжаться несколько раз, пока не поймешь, что ладно, хорошо, надо сбросить темп, оставить их в покое. Да, большой плюс, что они все спокойно разговаривают на английском, ну, относительно. По крайней мере, понять можно. Вот. Между собой они разговаривают там на суахили или, возможно, еще некоторые там на каком-то другом наречии, потому что все же там в Кении 7 там основных племен, и у каждого есть какой-то там свой диалект и так далее, ну, как бы основной язык суахили, тем не менее. Вот. Ну, нам-то от этого легче не становится, как бы мы и так не понимаем. Вот. Но, в принципе, на английском вполне можно и нужно общаться. Собственно, это фартлек. Дальше в пятницу там они могут бежать там повторы на холмах, ну, по крайней мере, то, что мы с ними работали. И в субботу там заключительный длинный бег. Вот. Единственная проблема со всеми этими тренировками в том, что нету равномерного бега. То есть ты настраиваешься, ну, как житель равнин, что все будет, значит, вот ровно, да, там определенный темп, определенный пульс, там примерно я понимаю, как я должен работать. Вот. А здесь очень часто все заканчивается интервальной тренировкой в результате, ну или темповой, в крайнем случае. Вот. Да, длинные. Собственно, 2 часа максимум, то есть это то, что они могут бежать на длинные, никогда не делают больше. На самом деле независимо, да, от результата, то есть никто не готовится там на какие-то дистанции выше марафона, потому что, собственно, все там с одной целью — заработать денег, и как бы нет никакого смысла там записываться на любительские старты, там, не знаю, там, трейл-ран, там, 50 или 100 километров. Вот, я, ну, может, меня кто-то поправит, но я лично не видел кенийцев на стартах, там, 50, 100 и так далее километров, хотя, в принципе, ничего сверхъестественного там для них, я думаю, не будет. Значит, несколько таких мифов, что ли, что все кенийцы бегают босиком. Ну, как бы вот они бегают, не босиком совсем. Вот. То есть босиком бегают в основном дети в школу по каким-то там тропинкам совсем. Просто местность настолько каменистая, что я там толком даже людей, которые ходят босиком, не видел. Вот, то есть там хоть какие-то примитивные обувь все используют, так или иначе. Конечно, они там не заморачиваются по поводу того, что там на ускорение мы одеваем там легкие кроссовки, там на длинную мы одеваем там, не знаю, побольше амортизацию и так далее. То есть что дали, в том и бегут. Ну, да. Не, на самом деле, вот практически все майки либо спонсорские, либо кто-то им оставил там из тех, кто приехал. Вот. Ну, да, я не знаю, кто там покупал чего-то сам. Маловероятно, на мой взгляд. Вот. Второй такой миф интересный, ну, для меня был, что я думал, что ну, они отлично акклиматизированы к жаре. И, в принципе, это такое, еще одно преимущество. Там любые старты вообще без проблем. Вот. Поговорив с несколькими, скажем, кенийцами, которые достигли какого-то определенного уровня, уже успели поучаствовать там, в десятках различных соревнований, самые сложные старты они описывают как жаркие. То есть я не мог сконцентрироваться. Там, я просто не мог бежать там, и так далее. Вот, то есть все старты в Юго-Восточной Азии и некоторые старты в Европе летом как бы очень тяжело им даются, на самом деле.
Вот, то есть как бы холодный старт даже проще. Ну, естественно, там без экстримов, да, там байкальский марафон, я думаю, они не побегут. Вот. Но тем не менее. А, температура была что-то в районе 12-15 ночью и там 24-25 днем. Нет, в тени. Но при этом надо понимать, что днем никто не бегает. То есть бегают утром и бегают вечером. То есть утренняя, в основном утренняя работа основная и вечерняя расслабленная пробежка там 30-40, там зависим 30-40 минут в зависимости там от того, кто что делает. И... Ну, по большей части, да. Большая часть там, атлетов, которых я видел и с которыми нам удалось пообщаться, придерживаются 6 дней в неделю, 2 раза в день. Они, получается, живут только вот тренировками? Или они там работают на стройке, сюда тренируются? Ну, насколько я с ними пообщался, некоторые что-то делают. Вот. Но многие как бы ничего не делают. Ну, то есть, если они призовые где-нибудь? Ну, собственно, да, я думаю, на этом заканчивается их участие. Нет, есть же, собственно, лагерь, да, в который приезжают европейцы, и некоторые из них работают там. То есть, ну, что-то делают, в том числе вот там. Да, слушаю. А не было там таких единиц, которые есть, подрабатывают как раз, спортсменов, женщин даже? Нет, они все подрабатывают пейсмейкерами, ну, за исключением тех, кто уже успел там заработать денег на старте. То есть фактически пейсмейкеры – это те, кто либо еще не успел, либо уже закончил, и как бы, ну, и все. Вот. То есть, ну, либо вариант еще номер три – это травмированный. Да, естественно, есть, это пейсмейкеры есть у всех групп, которые туда приезжают. То есть это не проблема. Пейсмейкер по факту стоит 2 евро. Вот, кстати, сейчас у них еще заработок. Вот, естественно. Естественно, ну, 2 евро за тренировку, неважно, сколько она длится. Вот. Ну, это скорее 2 евро в день, чем в час. Они в евро или в долларах, что ли? Ну, это я примерно там, они в шиллингах. Вот. Ну, собственно, вопросы... Так, я в общую канву обрисовал, может быть, что-то забыл. Что не пьют, едят? А, что не пьют, едят? На самом деле все очень просто. И как бы мы должны были, по идее, тоже влиться там, значит, в этот режим питания немножко. Ну, не совсем там, но близко. Так называемое блюдо угали. Это... кукурузная крупа, сваренная, ну, на манер каши, очень плотная, вот. Ну и дальше там различные вариации с ней, там, с добавлением овощей, изредка мяса, ну, мясо вообще редко, как бы. Особенно те, кто вот только там начинают, вот. Потому что, собственно, данное блюдо ничего не стоит, не требует длительного приготовления, вот, и питательное, то есть могут есть его до 3 раз в день. В общем-то. Но один раз едят все, включая там топовых спортсменов и так далее. Ну, то есть это традиция уже такая. Вот. То есть очень такая простая диета. Традиция есть. Вот. Ну, что угали как бы должно быть в твоем рационе. Обязательно. Я с ресторанами там... Как бы, нет. Не до ресторана. Там, где мы жили, мы как бы жили по системе, все включено. То есть нам голландец написал, что у вас все будет там, вообще не парьтесь. Вот, мы сказали, хорошо. Вот, ну то есть у нас там были овощи в основном, все различных видах, вот, и там курица. Ну, естественно, было угали тоже, но оно было только в первую неделю. Потом мы как бы сказали, что это нам не нравится, и вообще уберите это из рациона, ничего не понимаем. Вот. Собственно. Кого-то удалось там застать, известных там как раз в
Нет, на самом деле в это время, вот мы приехали, как бы известные еще только на подходе были, что называется, потому что у них, ну, во-первых, каникулы вот были, то есть там с 25-го там и сколько кому в голову придет, и поэтому там первую неделю там было вообще достаточно пусто, потому что все разъехались, что очень многие же живут там в каких-то других городах и весях, и приезжают непосредственно на, вот, в ИТН тренироваться. Муфару мы видели, но как бы не разговаривали с ним. Вот. А в принципе, на самом деле, топовые, вот там, ну, не знаю, топ-10, скажем, это немножко другая история. То есть они вот достигли звезд, и здесь, опять же, там начинают работать деньги, у них появляется тренер, даже не постольку, поскольку они заинтересованы, а постольку, поскольку тренер и менеджер заинтересован в том, чтобы эти результаты, там, даже если не росли, оставались на уровне. Вот, то есть они как бы так уже более крепко держатся за спортсмена. То есть это не так, как происходит в начальном уровне, когда там ходит и ищет, кто меня куда там отвезет. Вот, поэтому... А топовые, ну, топ-10, скажем, они на самом деле тренируются во многом даже отдельно иногда. Хотя бывают дни, когда, особенно вот по вторникам на треке, когда они приходят, вот, и об этом сразу всем становится известно по сарафанному радио, вот, и трек там вместо, там, не знаю, 80 человек, там, приходит там 300, 400 и там, и так далее, вот. То есть мы не застали там какого-то прям вот такого вот действия, да, там 300-400 человек, но нам сказали, что там вот в прошлом месяце, когда приезжали там звезды и постоянно тренировались на треке, люди сидели на скамейках в очереди, потому что невозможно было просто. Вот, то есть весь трек, все полотно забито, при том, что вот этот большой толпой они бегают, 200-метровки, 400, там, и так далее, 800. Все вот эти упражнения отрабатываются и огромной толпой. То есть вот они отбегали, все, отдыхают. Одна толпа ушла, вторая, значит, со скамеек вернулась. Вот, то есть, ну, в каком-то плане, да, такая погоня за звездами и желание там с ними тренироваться, за ними тянуться. Вот, и отсюда, конечно, абсолютно дикая конкуренция. Члены каких-то международных федераций там и пытаются как-то привлечь особо талантливых ребят в свои там сборы и прочее. Вот есть какое-то противодействие со стороны местных, может быть, каких-то федераций, если таковые имеются? Ну, наверное, так. Есть сборная Кении, вот, и она очень небольшая. И зачастую туда попасть тоже связано с какой-то определенной коррупцией. Ничего такого сверхъестественного нету. Но что интересно, что кенийцы сами по себе, ну, очень патриотичные. Вот, и как бы топовых людей очень сложно переманить. То есть они, да, они будут там ездить, зарабатывать деньги, но они потом все равно вернутся в эту деревню. То есть это вот такое основное, наверное, противодействие, почему там еще не все кенийцы там за другие страны бегают. Хотя как бы финансово, ну, более чем понятно для них. То есть вот из там, моего опыта, голландец, у которого мы жили, у него, значит, жена кенийка, и она, в принципе, очень сильно бегала по юниорам, она выиграла полумарафон, по-моему, на мире по юниорам. Но по как бы взрослым она не смогла ничего сверхъестественного показать. Вот. Но когда она вышла замуж и приехала в Голландию и получила там гражданство, она стала выступать за Голландию. И как бы все, она все выиграла, все, что могла в Голландии. Соответственно, это совершенно другие деньги, она получает там спонсорство, она попадает в сборную и так далее. То есть попасть в сборную Кении, ну, это нереально для большинства.
Вот, поэтому на самом деле тех, кого забирают в другие сборные из Кении, ну, это немножко такой второй класс, наверное, спортсменов. Вот, скажем так, ну, без всяких обид. Да, да. Да, 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 это там, где поджидают, соответственно, в своей очереди. А женщины и мужчины не тренируются? Женщины есть по-разному. Некоторые тренируются отдельно, некоторые вместе, в зависимости там... От дистанции, да, и от как бы их возможностей. Вот. Ну, в принципе, из того, что я видел, женщины тренируются отдельно. За исключением стадиона. Ну, это они разминаются там по прямой, там отдельно еще чуть дальше. Там, вот, к трибунам дополнительная дорожка, там, ну, как на любом стадионе. Кстати, я хотел спросить по структуре тренировок. То есть они делают там разминку, упражнения, растяжку. Да. То есть это не просто да, делают. Побегали. Да, делают. Ну, я бы, наверное, сказал, что не все. И чем выше уровень, тем больше они этому уделяют времени. То есть, опять же, вот вновь прибывшие, мы были у, скажем, там, даже это такой не кемп. Странное место достаточно, я не знаю, как его назвать. Там несколько таких очень примитивных домов. Вот. И, собственно, там на общественных началах живут кенийцы, которые приезжают там из других каких-то районов. Вот. То есть, ну, это, я не знаю, такой домик. 4x4, наверное. С четырьмя комнатами, соответственно. Вот. В каждой живет, наверное, 8 человек, если не ошибаюсь, или 6. Вот. Ну, такие двухэтажные кровати, там гамаки там и прочее. Вот. То есть все настолько примитивно, насколько можно. Но, тем не менее, да. А тренировки, ну, тренировки на треке мы делали, несколько раз мы делали 10 по 400, и, конечно, очень тяжело, особенно, значит, нам выделили одного травмированного товарища, вот, который должен был за нами наблюдать. Ну, он достаточно высокого уровня, то есть он уже успел побывать на различных соревнованиях в призерах на 800 метров, вот его специализации. И вот он, собственно, нас подгонял, то есть он за нами бежал. Вот, и старался... Не-не-не-не-не, это... Это просто какой-то непонятно откуда взявшийся товарищ, на самом деле, который к нам пристроился. Вот. Он не местный, точно, потому что он не умеет бегать. Вот. То есть, что мы делали? Мы делали 10 по 400, мы делали 8 по километру, мы делали 200, 400, 600, 800 километр. То есть, соответственно, с восстановлением в минуту. Да, километр и потом обратно. Да, ну пирамидку такую. Так 3 раза. Вот, то есть вот это вот очень выматывающее. То есть, в принципе, трек очень выматывает. Вот, плюс еще высота. Даже на третьей неделе, когда, казалось бы, ты уже должен начинать там акклиматизироваться и все как бы попроще, тем не менее, ну, очень тяжело. Особенно... Как бы 400 вот нормально шли, ровные все дистанции, там километр тоже нормально. А вот эти пирамидки были очень тяжелыми. Вот. И после километра там обратно ускоряться, начинать там на 800, то есть поднимать опять темп. А ты были подготовлены на шагу? Нет,
На самом деле... Нет, на самом деле группа была абсолютно разная. То есть, начиная вот с Бори, который второй бежит, вот, который в данный момент готовится к марафону Де Саблес в Сахаре, вот, и заканчивая там девочками, которые до этого вообще не бегали никогда. Вот. Нет, мы просто, скажем так, не стали там утрировать и делать там все, все бегут сейчас там одну и ту же программу обязательно, там пока не упадешь и так далее. Вот, абсолютно не надо, то есть программа была скорректирована там под общие нужды. Зачастую у нас было 3 пейсмейкера разных на 5 человек. Вот, то есть мы делились как бы по возможностям и делали что-то свое. Да. Ну, мы тренировались вот по той же программе, то есть 6 дней в неделю, 1 день выходной. Ну и тренировки там кто-то делал, то есть вот в основном Боря делал как бы дополнительные объемы, да, потому что ему нужны были именно объемы. Вот, то есть он добавлял всегда вторую тренировку в день. Вот, потому что у меня был там под велосипед там свои какие-то нужды, то есть мне нужно было там в зал ходить в тренажерный еще 3 раза в неделю параллельно. Там есть зал. Да, там есть зал. Там есть 2 зала, и, собственно, мы изначально собирались работать в том зале, который принадлежит к кемпу большому. Нам сказали, что если вы здесь не живете, то извините, потому что у нас очень сейчас приехало много народу, там в том числе британская сборная и так далее, и они, в общем, там занимают это все там от сих до сих, и как бы на вас у нас нету лимита. Вот. Поэтому мы ходили в другой зал, но они в общем и целом идентичны. Вот. То есть и там есть все там тренажеры, которые необходимы, но, наверное, все-таки больше такие под бег. То есть чего-то там не хватает, но все, что нужно для бега, там есть. А местные ходят в зал, но гораздо меньше. Вот. То есть, скажем так, я их там видел по пальцам пересчитать сколько раз. Ну, специфические упражнения на заднюю поверхность бедра, там, на переднюю и так далее. Вот, который на 800 метров бегает по центру. Вот. Да-да-да, травмированный. Поэтому всего лишь 1,5 раза быстрее бежит, чем мы. А, бюджет поездки. Я думаю, что да, правильный ответ – да, зависит. Непосредственно наш бюджет был что-то в районе, сейчас скажу, мы оплачивали его еще там осенью, и он был в районе 1000 фунтов. На 1000 фунтов я имею в виду английских. На человека. А, в принципе, там при желании там можно проживать, я не знаю, ну, там за пару долларов, да? Вот. Ну, да, то есть надо быть готовым. Вот, то есть если там готовы, то пожалуйста. Да, то есть местные, есть даже там, не то что местные там живут, местные, понятно, они живут, сейчас скажу, по-моему, ну да, что-то получается в районе там 30 евро они снимают в месяц, вот это вот то, что называется домом, где они живут, вот. Там дожди бывают? Да, бывают. Ну то есть это вот минимум. Погода, ну, у нас дождь был только один раз, то есть вот сейчас это сухой сезон фактически, и, собственно, и поэтому тоже, кроме там январских праздников и декабрьских для, соответственно, Европы, там много достаточно народу, сухо, ну, как я говорил уже, там днем 25, ночью 15. Вот. Нет, днем никто не бегает. Ну, потому что на солнце это не 25.
как бы это все-таки экватор, и на солнце там 35 и больше. Как бы и совершенно не хочется. А по времени? По-разному. В среднем мы начинали там в 8-9 утра. Вот, соответственно, там пробежка, потом завтрак, потом там еще какое-то свободное время, обед, и дальше там вторая тренировка, там, в зависимости, там, есть она у кого-то, нет. Вот. А, в смысле, в соревновательном варианте? Ну, как-то для себя там и так хватало нагрузок. Ну, то есть 21 метр? Смотря у кого. Ну, то есть у всех была разная программа, да, поскольку, я говорю, у меня был там большой перерыв в 2 года, то я не ставил себе цели там резко нарастить объемы еще в Кении. Вот, то есть у меня как бы были другие приоритеты немножко. Поэтому я, собственно, там больше 20 километров ничего не бегал. Вот, а Боря бегал, соответственно, 35 несколько раз. В том числе это единственный раз, когда ему удалось замотать кенийца. Вот. А выделили пейсмейкера. Даже как, мы нас отвезли, там отдельно есть такой так называемый лес, где они время от времени тоже там все тренируются. Вот. А очень такой пересеченный бег получается, то есть все время какие-то овраги, вот, очень крутые. А мы, собственно, работали там, ну, скажем так, длинные дистанции. У всех они были свои. Вот, и, значит, говорят, вот там этот пейсмейкер там бежит там 10 километров, этот там 15, этот 20, там, а вот кто-то пойдет вот с этим парнем и будет бежать, значит, 35 километров. И тут был первый раз вопрос, а за сколько он это собирается бежать? Он говорит, ну, не знаю, как пойдет, тут у вас местность пересеченная, как бы, ну, там часа 2,5 побегаем. Вот. 2,5, и тут они стали переглядываться, и кто будет это делать? То есть никто не хочет бежать там 2,5, потому что максимум, что они бегают, это 2, предельно. Вот, и, собственно, и именно это сказалось. Не-не-не-не-не-не, то есть они как бы вытолкнули там из ряда какого-то неудачника, вот он будет, он долго сопротивлялся, но потом ладно, окей, там вроде медленно, как бы мзунгу быстро не бегают, справимся. Вот, и они бегали, то есть мы уже уехали, они должны были еще оттуда добежать до дома, как бы. Вот, и после 2 часов... А Боря рассказывает, ему начало плохеть. Вот, то есть он как бы очень вообще бодро, там, ну, как обычно, там ничего, там абсолютно не важно, какой темп, там куда, чего, вверх, вниз, там все хорошо. Вот, то есть 2:15, все, его начинает вести, то есть он заголодал, у него там воды нету, вот, то есть воду они оставили в лесу зачем-то. Ну, плюс потеплело, и надо еще бежать домой. Вот, то есть получилось даже не 2,5, они там бегали что-то там, типа 2,45. Вот, и последние полчаса он просто страдал, то есть он там уже там подожди и так далее. То есть и когда они реально прибегали к дому, я видел, то есть, ну, он его просто шатал, ему было так плохо. Они вообще пьют во время тренировок? Да. Хороший вопрос. В принципе, по большей части мы, скажем так, половину времени мы пили через примитивный фильтр. Ну, это что-то типа, я не знаю, керамического горшка. Вот. То есть Хугу, голландец, сказал нам, что да я все время тут так пью, вообще не парьтесь. Вот. Ну, ладно, хорошо. Вот. Собственно, вроде как пили, ничего не произошло. Потом нам просто это надоело, и мы стали покупать бутилированную воду, потому что это как бы не бог весть какие затраты. Вот. Ну и пока и фильтр это еще долго работает. Там, когда все приходят, горшок-то небольшой. Раз-два, и все, и закончился. А перед поездкой? Ну, начнем с чего? В принципе, официально в Кению прививки не нужны. Ну, у меня просто были
практически все, которые там туда могут понадобиться до этого. Да. Ну, желтая лихорадка, не малярия. От малярии прививок нету. От малярии надо кушать таблетки. Вот. Но, в принципе, и ТЭН 2400, и малярии нету. То есть вся малярия, она как бы ниже. Вот. Поэтому в этом плане там безопасно. И... А... Первое, прилетаете в Найроби, это столица. А потом внутренний перелет, он порядка часа до Эльдорета. Оттуда на машине, наверное, тоже где-то около часа. Ну, не сам лично, как бы, да, но да. Организовал. А, нет, в Найроби мы летели через Дубай. Вот. Насколько я знаю, прямого нет. По крайней мере, пока. От двери до двери. Хорошо, давайте считать. Там, грубо говоря, там 3 часа там, да, до аэропорта, 5 часов до Дубая. Это 8. 2 часа пересадка 10. Еще 5 до Найроби. Это 15. Дальше там как повезет со стыковками. Вот. Ну, да, в лучшем случае. Так. Ну, я думаю, что там цифра, которую я вам сейчас в рублях назову, она будет нерелевантной абсолютно. То есть мы покупали там за, по-моему, 27 тысяч билеты. Ну, да. Это прямо уже до конца? Нет, до Найроби. И в один конец до, значит, Найроби Эльдорет стоит что-то порядка $100. Плюс-минус. Вот. А, это внутренний? Внутренний перелет. Да. Ну, безопасность в смысле авиалинии или Кении? Вообще Кении. Ну, насколько вечером позовет вот такой улыбающийся? Ну, скажем так, я думаю, в Найроби может быть достаточно вероятно, если, ну, особенно если ошиваться там, где не надо. Вот. Нет, ну, все достаточно преувеличено, то есть, хотите животных, езжайте на сафари, вот, то есть, здесь, там, кроме, не знаю, там, куры, коров, там, ну, а может, обезьян, там, в лучшем случае. Не знаю, вот, честно, не знаю, не засекал. Не, ну, они спят, они, у них, естественно, они и днем там спят, да, там по 2 часа, и плюс там, ну, 8 часов ночи. То есть, на самом деле, там особо какого-то разгула нигде нету. То есть, не то, что там активная ночная жизнь, клубы, дискотеки, ну, как бы, во-первых, их там просто нету, как бы, да. Вот, поэтому все просто, и в этом плане... Ну, они, у них там перманентные сборы, можно сказать, в нашем понимании. Да, вот вообще инфраструктура, как существует, там взять машину, проехаться или только... Взять машину. Ну, в Найроби точно можно взять, потому что Найроби все-таки большой город, но ехать на машине из Найроби в Эльдорет, я не знаю, сколько времени, наверное, часов 12 займет. Вот. Да. Ну... Все очень холмисто. Дороги, да, существуют. Ну так, в выборочных направлениях, скажем так. Вот. То есть в каких-то существуют, и прям даже на удивление хорошие, а в каких-то вот раз и закончились. Вот. То есть, ну, я, в принципе, особо не вижу смысла брать там машину, честно говоря. Вот. То есть гораздо проще договориться с каким-то местным, который тебя отвезет. То есть, например, вот этот вот Хуга, голландец, организовывал нам водителя, который нас там, ну, выходные возил там на озеро Викторию, там еще куда-то. Вот. То есть, в принципе, так, исследовать, если тебе нужно, я думаю, что машину нет смысла брать.
Нет, почему? Я думаю, что вообще функционально очень там много, да, то есть мне сейчас сложно оценивать, там, да, грубо говоря, я начал там немножко с нуля, если бы у меня был там подводящий сезон какой-то, то я мог бы сказать, там, ага, я бежал там десятку за столько, а сейчас я как ее пробегу, скажем, вот просто приехать и пробежать, или там даже какие-то интервалы посмотреть. Но я вижу, что я на интервалах бегу лучше, быстрее, вот. По технике я вот просто последнюю неделю терроризировал Хуга активно. То есть, что непосредственно нужно мне, да, потому что глупо пытаться там копировать кенийцев, у которых совершенно другое строение физиологически, вот, и который там со мной такого же роста, а ноги у него здесь заканчиваются. Вот, ну, все немножко по-другому. Вот, поэтому я думаю, что там каждый что-то вынес, вот, я как бы в принципе приехал вспомнить, что называется, как бегать надо, вот. Вот, вспомнил, ну и так достаточно там серьезно функционально подрос. А ты когда спустился, снова приехал на уровень моря в Москву, как почувствовал, вышел там на пробежку? Видишь ли, в Москве, да, неприятно удивило, я думал, что у меня, значит, сейчас там просто там будет переизбыток кислорода и так далее, но здесь же еще там и СО2 переизбыток, вот, и как-то... Поначалу даже я не сразу понял преимущество, скажем так. Вот, да. Ну, то есть вот в таком ключе. А в Кению по приезду $50. Кстати, да. Душ и так далее. То есть мы там жили, у нас... Значит, стояли на крыше солнечные батареи, и поэтому, в принципе, когда выключается электричество, что там происходит практически каждый день, электричество есть, все нормально. Вот. А солнечные батареи позволяют тебе там какое-то время еще существовать. Вот. Ну, достаточно продолжительные на самом деле. Но это касается там не всех домов, да, скажем, а по пальцам пересчитать. А если вы собираетесь там задауншифтить в Кении, вот, то, соответственно, там душ и интернет, он не включен. И, например, пока мы были там, приходила, значит, сестра вот жены вот этого Хуга, она тоже сдает дом, построила, значит, по образу и подобию, и тоже, значит, решила сдавать, что белые атлеты приезжают, поди плохо. Вот. Поставил цену чуть поменьше, вроде там дом попроще. И приходило жаловаться. Говорит, эти белые, вообще не понимаю, что они от меня хотят. Он приходит и ко мне говорит, там, нету воды. Так поди в реку и возьми. Ну, то есть, как бы изначально она была. Да нет, вода. Вот, то есть, когда они заехали, все работало. Но потом что-то произошло. На самом деле из Уганды там достаточное количество туда приезжает из стран. Вот как раз когда мы были, приезжала какая-то девочка из Уганды, просила вот Хугу, который голландец, в котором мы жили, он, ее тренировать. Что на самом деле очень большая редкость. Потому что европейских тренеров, ну за исключением, там, я опять же скажусь, там 10 топ-10, да, их мы и не берем в расчет. А так, европейский тренер до сих пор как бы с большой настороженностью там воспринимается. С большой. То есть вот Хуга живет там 10 лет суммарно, его уже все знают, они знают, что он там сам бегает, то есть у него результат в марафоне 2.12 лучший. Вот. Но он продолжает как бы активно выступать и так далее. Он говорит, я сейчас, конечно, не могу... там соревноваться, то есть не могу соревноваться за место в голландской сборной, и, собственно, поэтому я здесь, как бы, да, а не в Голландии. Вот, потому что сейчас там до, говорит, там даже до 2.12 сейчас уже там 3 человека, и поэтому нет шансов. Вот, тем не менее, он тренирует, и я думаю, что он один из немногих, на самом деле, кто там кого-то тренирует, то есть он там тренировал, по-моему,
сестру жены своей. Вот, тоже эпическая история. А еще кого-то из местных, и вот сейчас приехала, значит, из Уганды, тоже хочет, чтобы ее тренировали. А, значит, интересная история с сестрой жены. Она ничего не делала вообще, спорт никакой. И до окончания, ну, до окончания школы. И была, как они говорят, весьма полной девочкой по, значит, кенийским критериям. Вот. Ну, а все семейство вроде как так или иначе бегает. Ну, ей сказали, ну, давай хотя бы для здоровья там начни. Вот. Но она начала, в результате там через 2 года она выиграла какие-то местные соревнования. Вот. И вот прошло сейчас 5 лет, она уже ездит в Европу. Ну, в каком плане? С первой помощи? Ну, травмируется, что они делают? А в момент, когда мы приезжали, я там не узнавал, что непосредственно в лагере, потому что мы все-таки жили отдельно немножко, да? То есть, возможно, у них там, я думаю, что у них кто-то есть там. Там есть такой врач-физио, тоже голландец. Вот, и он достаточно долгое время работал с кенийской сборной. Вот, и сейчас осел там в Этене. Вот, и, собственно, ну, они в основном к нему вот ходят как раз с травмами все. Вот, то есть, если они там что-то травмировались, он их разминает, там, затейповывает всячески, там, мажет, отправляет дальше. А, да, это платное. Вот, соответственно, если там что-то случилось, но в Этене, насколько я помню, что-то больница я там не припомню. Но есть в Эльдорете больница, это точно, их там много. Не-не-не, это час езды на машине, то есть не все так плохо. Вот. Ну, собственно, медицина, конечно, да. Такой небольшой вопрос, там, для, если есть какие-то там проблемы, да, там свои известные, да, и вдруг они могут там внезапно выплыть, то надо, конечно, к этому самостоятельно готовиться, не рассчитывать на то, что там кто-то там внезапно поможет. Потому что в противном случае надо будет ехать как бы за какими-то более серьезными вещами в Найроби уже. Ну да, кроме сборных, которые приезжают, плюс приезжают еще какие-то клубы там и так далее. То есть это такого рода мекка. Просто там, в принципе, ну, наверное, достаточно ограниченный номерной фонд, я бы так сказал. То есть есть этот лагерь большой, да, и оставшихся отелей пересчитать по пальцам. То есть, конечно, можно заселиться там неограниченное количество местных домов, где там надо просто помахать деньгами, и тебя заселят там даже, собственно. Соседнюю семью могут выселить, тебя там заселить. Если деньги есть, в чем проблема? Да. Ну, то есть, если ты вернешь сейчас назад на дорогу, вот, то видно, да, что везде очень мелкодисперсная пыль красная. То есть красная почва, сейчас еще сухо. Вот, и ты приходишь, у тебя все кроссовки красные, там снимаешь, носки тоже красные, ну и как бы они не отстирываются. Ну да, фактически, да. Ну, то есть не стоит туда там ехать прям вот я купил там супердорогие новые кроссовки, и, ну если, конечно, не жалко, то можно, вот, но в принципе не рекомендуется, потому что в любом случае они там похоронятся. Ну и плюс обувь, ну, мы не бегали там в трейловых ботинках каких-то специальных, то есть обычные там темповые кроссовки или там для длинных дистанций, кто как, да, и, но они снашиваются, то есть вот по вот этой каменистой почве
и постоянно вверх-вниз, особенно на спусках, подошва стачивается, прям вот видно ее. Там неделя, и ты видишь, что там прям сошла. Да. А магазины, есть два магазина целых в Этене, непосредственно спортивные, ну такие там 2 на 2 метра. Вот, ну не суть. В том числе и там как бэушные кроссовки и одежда, так и новые. Это долгая история. Мы сейчас с Женей познакомились на половинке Ironman в Швейцарии. В каком? В 11-м? В 11-м, по-моему. У меня была первая. Да, у меня вторая. Ну, в принципе, да, то есть профессионально бегом я никогда не занимался, там даже рядом. Вот, не-не-не, какие КМС? Упаси Господь. Вот, нет, немножко другая история. Я, скажем так, перешел с другого спорта, то есть я занимался, ну, скажем, профессионально, если так можно выразиться, 10 лет карате, вот. И потом просто сделал выбор как бы в сторону уйти и начать работать или там остаться в спорте, я как бы выбрал уйти. Вот. Потому что понимание там, что я попаду в сборную, не было. Вот. То есть я, был в одном шаге от этого. Вот. Но по опыту своих друзей я понял, что как бы на тот момент организация была такая очень политизированная и ну, нереально было попасть. То есть вот есть определенный костяк, и все. И что ты не делай, даже если ты выигрываешь чемпионат России, как бы найдутся какие-то причины, чтобы тебя не взять. Вот. Соответственно, я понял, что там ловить нечего, а как бы просто оставаться, заниматься для себя я не хотел. Вот. И у меня был такой перерыв, там, я там пробовал то и сё, и пятое, и десятое. Вот. И потом постепенно как-то пришел к циклическим видам спорта. Вот. Но, скажем так, никаких результатов в них я не показывал. Вот. То есть у меня был совершенно другой бэкграунд. Вот. И поэтому я там пробежал там свой марафон. Вот. Просто чтобы там доказать, что я его могу пробежать. Вот. Потом меня заинтересовал вот как раз Ironman. Такая история.